Мы в Турции, и это значит, что новые приключения не заставят себя ждать. В феврале мы отпраздновали день рождения Артема в России под холода и снег, а вот день рождения Родика предстоило отметить в Турции. Еще, кстати, мы попали под период выборов нового президента России и, конечно же, участвовали. Да, сделали мы это в Анталии. А еще прямо на площади Кемера увидим, как сжигают чучело. Да, турки в этот момент были немного в шоке. И, кстати, еще мы заглянем в гости к нашим зрителям на почти готовую виллу и зададим самый главный вопрос. Слушай, ладно, я все понимаю, рабочие где? Вы им зарплату перестали платить? Сегодня так прикольно. Солнечно, в принципе, но лежат облака вот на этих высоких горах, смотрится просто вау. Ну и то, что море спокойное, уже ничего не штормит, дождиков нету. Вот посмотрите, какой цвет. Посмотрите, какая прозрачность Средиземного моря. Это просто невероятно. Вот сейчас бы чуть пораньше бы, чтобы можно было покупаться. Ну вы посмотрите. Вот Средиземка, это, конечно, вот серьезно топ. Вау, вот тут вот Чалыш, постоянно про него говорю, наверное, уже надоел, просто там есть очень крутой пляж. Это Марина, здесь лодки стоят, ну и здесь уже вот эти кемерские клубы и отельные пляжи. Здесь вот, видите, есть даже маяк. Ну а в самом центре, конечно, вообще своя движуха, кафешечки, все работает, площадочки, все здесь очень красиво, виды, конечно, вау. Единственное, что вот эти вот туристические палатки, естественно, сейчас закрыты. Мы на спорте, да, Настен? К сезону готовимся, да? Прикольно, смотрите, какая инсталляция здесь сделали. Сколько лет разлагается тот или иной предмет. Вот, например, видите, пластик 100 лет разлагается. 1000 лет. А, 1000 лет вообще. Шампунь. Да. Например, органика, видите, 6 месяцев. 3 месяца пакеты такие бумажные. Да, уж. Да, мы приехали в скейт-парк, посмотрите, какие виды, это Кемер, здесь бетонный скейт-парк, правда, вот свои мы не взяли, но у Димочка есть скейт. И, кстати, ребятки, вот этот скейт-парк очень прикольно расположен, здесь вот типа автошкола, и также здесь классная площадка еще для ванлайфа, вот, пожалуйста, видим автодом 1, бус второй. Здесь также есть столики, детская площадка. Здесь прям море в двух шагах, наикрутейший парк Moonlight. И гора Чалыш. Здесь можно трекинговый маршрут. Так что, кто приезжает в Кемер, ребятки, эту вот стояночку прямо рассматривайте. Почему бы и да? Короче, Димасик упал так, что остался без ноги. Ну-ка пройдись, как это, знаешь, так тара-та-та, тара-та-та. Ну станцуй! Да я на самом деле выдал. Не-не, успокойся. Так, у нас водки нет, но у нас есть вот такая штуковина. Так что мы сейчас будем Димку лечить, да? Я думал ногу смачивать, как компрессы. Ты чего? Ты только внутрь. Нет, внутри мышечно, понял? Знаете, что мы сейчас с вами сделаем? Все правильно. Нет, не понюхаем цветочки, а мы сейчас проверим интернетный лайфхак. Настенка, ну-ка, давай, так. Давай. Давай. Берем спагетти. Как отрывают пасту итальянцы? Давай. Конкретно спагетти. Или мы. Давай. One, two, three. Слушай, ну в общем, работает история. Да, мы в интернете реально видели. Увидели в интернете, как парень, девчонка готовит, открывает, вот это порвать пытается, как мы все привыкли. И итальянец такой: о, ноу, ты что? Вот так вот, ребят, проверьте, работает. Потом проверите, отпишите в комментариях, как у вас получилось, нет. Затарились мы немножко на день рождения. Сейчас будем все это дело грузить в тачку.
Так, доехали мы, выбираем какие-нибудь шарики. Вот обязательная штука. Купить. Кстати, вот кого интересует, здесь вот, например, вот циферки такие по 40. А, например, вот такие цифры надувные, они по 90. Раньше, я вижу, были по 60. О, видишь, вот 65. Такой большой-большой магазин. Хотела, кстати, еще, да, хороший магазин. Куча купить. Всего вообще, просто все есть. И посуда, вот, для дня рождений в разной тематике. Скейт закончился плохо. Дима повредил ногу, теперь мы обезболиваем вот этой бутылкой. Бутылкой. Такое могу сказать только я. Ну да ладно. Пока Слава снимает, мы все съедим. Так, что мы сделали? Запекли сыр с чесноком, да? То есть сюда чеснок. Сыр итальянский. Нет. Камамбер молдовский. Нет, камамбер молдовский. Границами. Камамбер с Кипра, да. Так, окей. Французский камамбер произведен в Молдове, привезен с Кипра. Все четко, все как нужно. Так, короче, макаешь, да, вот так. Даже я получше сделаю. Давай. По-профессиональному. Ты чеснок ешь? По-молдовски. Смотри, не, ну я могу и чеснок поесть там. Спинку что-то. Так. Да, держи. И нужно это закидывать, да? Да, давай. Закидываем. Ну тебе, давай. Опять напишу, что я жру вечно. Запить. Запиваем все портвейном за твою ногу. Спасибо. Три топора, все дела. Во. Ладно, будем. Ну-ка, вкусно? Нет, ты что мне про портвейн свой? Это вкусно? Ну ты же такой гурман. Надо было сказать, да? Надо было сказать, да. В общем, это вкусно. 2024 год, время 9:30 утра, и мы только открываем занавески. А вот 7 лет назад в это время было очень волнительно и тревожно, потому что на свет появлялся Родик. Вот мы и забрали Родика, Настеньку. Едем домой. Артема, кричи, Родя. Родя! Ура! Сейчас наш телеграм-канал. Мы закинем все фотографии дня рождения прекрасного мальчишки, да? Ага. Вот, вы посмотрите, напишите пожелания. Ты потом перед сном все почитаешь. Да. Да? Родик, он сидит, он очень сильно любит омлет. Поэтому... Сегодня, угадайте, сколько лет. Вот. Мы сделали ему такой тортик из омлета. Родик, с днем рождения тебя! Смотри, какой у тебя тортик сегодня необычный! Каждому по тортику! Ой, а это что такое, сынок? Цифра? Идем ко мне домой. Понятно. Родик идет встречать сюрприз. Первый был омлет. Мой самый вкусный ужин с вареньками. Родик, вот ты когда будешь взрослый, будешь смотреть это видео, вот что ты себе пожелаешь сейчас, когда тебе исполнилось 7 лет? Пожелаю, да. Все были здоровы. Вот так держи. С днем рождения! Спасибо. Иди, я тебя сфотографирую вот в бассейне. Спасибо, дядя! Спасибо, дядя! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Привет. Пока танцевали, Родику привезли торт. Я, кстати, даже не знаю, что за торт, потому что участие в заказе торта я не принимал. Настенка, Сонька гоняли, заказывали. Так что для меня это уже, кстати, сюрприз будет. Заглянем. Ага, ладно. Останется только свечечек поставить и выносить, задувать. Детская тусовка собирается. Родиончика, первый подарок от Руськи и его родителей. Давай. Вижу. Еще и зеленый, да, как угадали, да? Yeah!
Детей настолько много, что... Я буду кушать на балконе. Закинули ужин готовить. А еще потом сделаем пидешки. Такая классная альтернатива есть, замороженные. Покупаешь уже готовые пидехи. Намоем сейчас клубнички. Сделаем салат с рукколой, со шпинатом, с клубничкой. И будет накрыта поляна. Ну заходите, заходите. Это техник. То, что любишь, да? Посмотрите, как распогодилось. На самом деле, сегодня даже дождик моросил, мы все так переживали, даже Дыхталы открылась. Аниматоры позвонили, где-то заблудились, должны вот-вот приехать, задержатся. Сейчас мы где-нибудь на поляночке разместим и будет пиц-пиц-пиц. Ну все, у нас все готово. Сейчас детей зовем, аниматор уже переоделся. Сейчас мы тут у ребят воруем. Привет, славян. Чао, рогаци, это по-итальянски. О, боже мой. Так ты к вечеру только дойдешь. Скажи, где стол, и все. Вот. И иди сколько хочешь. Стол у нас в доме. О, давай, давай. Вот так вот. Такая трансформация. Идем ставить. Обожаю такие праздники. Пойдемте звать детей. Именинники и его команда. Пойдем веселиться. Все готовы? Стоп, 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 стоп. Let's go! Здорово, ребятки! Всем привет! С вами Лебовка. У нас там уже финишная прямая у детей. Мы готовим все на стол, точнее уже приготовили. И сейчас уже будут задувать свечи на тортике. Это детская горячая пидешки. И это тоже детская тире взрослая. 6, 7, 8, 9, 10. Подожди, подожди, загадай желание. День рождения, радио Антик. Так, у детей сегодня мастер-класс по рисованию. Сейчас посмотрим. У кого есть догадки, что это будет, пишите в комментариях. Так, что у нас тут получилось? Получились вот такие птички. Покажи. Работы. Первая ссылка — это ссылка на бота, а вторая — вот какая красотища. Смотрите, какая движуха. Это у нас здесь в центре Кемера. Провожают Масленицу сегодня с 11 утра. Гуляния, конкурсы. В 16:00 будут сжигать чучело. Дети уже там, а я искал, где бы припарковать нашу машину. А я сам сделал. Ой. Я тогда администраторша помогла, только вот это вот сделать. Ну, супер. Все, пойдемте обедать. Когда-то мы заходили в это кафе и ели вот эти огромные тарелки по 45. Ну, пару лет назад. Теперь они 210. Вот это мастер-класс на ваш. И хрен, то есть, подают. 300 и хрен, да, в придачу? Нормально. Да. Это детские порции, это порции для взрослых. В общем, все. Нам приятного аппетита. Мы поели, продолжаем веселиться.
У меня шоу мыльных пузырей. Мирошка выше всех. Мирошка, здорово! Давай, давай, давай! Мирошка, вон! Смотрите, как мы вовремя попали. Мэр Кельера проезжает. Вот так вот. Чучело, которое смогли согласовать. Такое. Гори, гори, ясно. Чтобы не погасло. Гори. Чтобы не погасло. В прошлом году мы с Димасиком снимали виллы классные здесь, в Кемере. И сейчас Дима с утра ко мне приехал и говорит: поехали, я тебе покажу, как там все расстроилось. Да? Да. Здорово. Мы доехали. Слушайте, я вот уже смотрю на всю эту историю, и еще вот в том году, вот чтобы у вас в памяти стало свежо, а кто впервые попал, вот в том году я снимал, но здесь был такой фундамент, а каких-то вилл еще даже не было. А сейчас здесь уже все почти готово и на последней стадии, да, то есть вот уже они вводятся в эксплуатацию. Вот-вот, да, Дим? Так? Буквально, да, через пару недель мы подаем на ИСКАН, это ага. разрешение на ввод в эксплуатацию, и уже, по сути, с ИСКАНом даже ТАПУ можно получать, можно официально, скажем так, покупать и быть владельцем, да. получать ВНЖ, да, потому что по этим виллам, у этих вилл цена выше 200 тысяч, и кадастровая цена выше 200 тысяч, и оценочная цена выше 200 тысяч, то есть они по всем правилам подходят под получение ВНЖ и гражданство. Если ты приобретаешь две виллы, соответственно, ты можешь и получить турецкое гражданство за инвестиции сразу. То есть... А между ними-то, слушай, по идее, можно же попросить снести еще перегородку, у тебя будет, да, огромная, у нас, такая, да? У нас есть даже проект под объединение этих двух вилл, и получается, что вилла будет там либо 6 плюс 1, либо там, ну, можно какие-то комнаты объединить, побольше сделать. Слушай, а мы когда вот, ну, в магазины ходим, вот в таких есть супермаркетах акция, типа 1 плюс 1 равно 3. Можно будет замутить? Да, хотелось бы, но, к сожалению. Я выпрошу такую акцию, не переживайте. Ладно, давайте смотреть. Посмотрите на эту красоту. Я не знаю, нужно быть равнодушным человеком камнем, чтобы не влюбиться вот в эти виды. Вы просто сейчас представьте, какой вид человек получит, который будет жить в этой вилле. Сейчас мы у Димы спросим там про ценники на эти виллы. Дима, что по ценам? Вообще, конечно, прайсовая цена у этих вилл 350 тысяч долларов. Это на сегодняшний день? На текущий момент, да. То есть однозначно где-то там она будет подрастать, да? Конечно. Я думаю, что после сдачи, после того, как комплекс заселится, мы это ожидаем, что будет примерно в июне, в июле месяце. То есть смело еще там процентов 5-10 можно к этой цене добавлять. Потому что, ну, всегда, когда комплекс уже готовый, он как-то красивее, да, что ли. Можно сразу перебью? Выше. А вот если с нашего канала, то эту цену можно убавлять. Да, я об этом говорил и в прошлый раз, потому что так как это прайсовая цена для всех, да, и в том числе для агентств недвижимости, с которыми мы работаем, а вы, да, как бы и ваши подписчики имеют возможность купить напрямую у нас, да, у застройщика, соответственно, ну, как минимум 10% от этой цены мы можем смело сделать скидку. Запоминайте, запоминайте. У нас, говорит, у нас нет таких денежек, Дима, нету. Нам надо есть только что-то попроще. Нет, а может быть, у нас будет тот человек, скажешь, Славян, тебе подарок на день рождения, у тебя же скоро день рождения, понимаешь, скажешь, забирай. Ну, все возможно, да. Конечно. Ну, просто я почему говорю для вас, да, для вас бы эта вилла идеально подошла, потому что все-таки она 3 плюс 1, то есть у тебя трое детей,
есть спальня, да, там для младшего, для, может быть, кабинет решишь какой-то сделать для работы. И, конечно, эта история с такой площадью, да, площадь этих вилл 114 квадратов, она бы для тебя была бы комфортнее. Начинается вот этот прогрев меня, понимаете? Хочет меня вот это вот. Ну, ты просто, когда озвучил свою, скажем так, мечту, да, там, цель купить недвижимость в Турции, я... Вилла — это шикарно. Я очень обрадовался, да, и я подумал, что, ну, что в наших силах, да, мы тебе поможем, как бы сделаем, поэтому... Это вот цель вообще поездки сейчас в Турцию, это чтобы что-то найти для себя здесь, естественно, в Кемере, естественно, у викингов. Ну, в общем, но это будет потом, это не сейчас, это не делается так в один день, потому что надо выпросить цену хорошую. Ладно, пойдем вовнутрь, а то я сейчас тут подгружаю вас. Давай, Дима, слушай, ты расскажи вообще, а сколько же здесь вилл вообще продано уже? А вот, кстати, получается... А то вот смотри, я сейчас куплю и буду здесь как волк-одиночка, понимаешь? Смотри, у нас вот этот ряд, да, вилл, он полностью видовой, да, то есть когда ты выходишь на террасу, у тебя перед тобой открывается шикарный панорамный вид. И из этого ряда у нас только вот одна вилла осталась не продана. Вот это из первого вот этого, да, получается, да? Буквально вот она, мы перед ней сейчас стоим. Ага. И следующий ряд, да, там у нас получается угловая тоже продана, и остальные свободные. То есть весь другой ряд свободен, и вот этот вот. То есть вот эта вилла, на мой взгляд, самая такая классная. И для меня ее придержи, ладно? Ну, вот так как она осталась в этом ряду последняя, я думаю, что ее заберут, ну, в первую очередь, скорее я всего. Я понял. Конечно, с других вилл тоже неплохие виды открываются, но уже все-таки есть нюансы. В общем, получается, вот она вилла, она идет на два хозяина. Первый вход, второй вход. Здесь паркоместо, да, получается? Да, у каждой виллы свое парковочное место, то есть будет заборчик такой небольшой. Ну, откатные, да, типа? Да, и вот получается ровно два парковочных места перед каждой виллой. Дальше уже будет идти газон и деревья какие-нибудь. Плодовые мы посадим. Ага, там басик, но сейчас дойдем до него. Пойдем в эту виллу, попробуем там пожить немножко хотя бы. Прикоснемся. Сразу говорю то, что мы не делали раньше, да, это было сделано по моей инициативе. Дима красавчик, он взгрел турков, потому что он сказал, вы чё, пацаны, надо строить по-другому, как такой технадзор получился. Ну, дело не то, что даже по-другому, а добавить какие-то вещи, которые стоят недорого, да, но ценности при этом жилья добавляют очень много. Вот смотри, здесь сделан подогрев полов обоих этажей, то есть и первый, и второй этаж на водяном отоплении, да, это электрическое отопление, будет, ну, какой-то расход по, значит, электричеству, по деньгам, но при этом у тебя есть возможность отапливаться, да, то есть здесь мы убрали полностью радиаторы, вот ту историю, которая была сделана в предыдущих наших комплексах, и поставили, ну, сделали подогрев полов. Я надеюсь, что это оценят люди, которые, во-первых, захотят приезжать сюда в зимний период, да, ты, наверное, заметил уже, вот вы сейчас живете в квартире, да, плитка, она достаточно холодная. Это всегда так, все мерзнут зимой, наши соотечественники. А здесь включаешь подогрев, у тебя либо плитка, либо можно ламинат термостойкий постелить, и будет возможность отапливаться и жить круглый год в тепле. Слушай, вопрос, который, в принципе, я и в том году задаю, например, смотри, человек после выпуска приезжает и хочет купить, ремонт сделают под него, так как он хочет, он сам выберет мебель, правильно? Вот если техника, конечно, если на текущий момент пока ремонта еще нету, то можно выбрать все вплоть до того, что и плитку, да, какую ты хочешь постелить, ламинат какого цвета, кухню какую ты захочешь, да, цвета, это все можно сделать. Если это будет позже, когда мы, условно говоря, закончим уже чистовой ремонт, у нас будет здесь стандартная кухня стоять, стандартная плитка лежать, то есть все будет уже сделано. К сожалению, потом, наверное, это будет гораздо дороже сделать. То есть вот прямо сейчас это сделать еще возможно, пока мы ничего не постелили. Давайте по планировке. Это вход, здесь что будет? Комната, да? Да, это у нас вот первая спальня. Гостевая, так сказать, да, наверное? Можно сделать здесь рабочий кабинет, либо диванчик поставить, либо небольшую кровать поставить для гостей, например. Здесь? Здесь гостевой санузел, то есть туалет
и раковина. Угу. И стиральная машина здесь тоже стоит. На первом гостиная? Да, заходим на первый этаж и попадаем, значит, в гостиную. Кухня будет стоять вдоль вот этой вот стены, то есть она полностью с посудомойкой, с печкой, с духовкой, да, индукционная плита, вытяжка, все это будет включено как бы в стоимость. Угу. Значит, ну и панорамный вид, да, то есть терраса на первом этаже. Потрясающе. Да, здесь будет крытая терраса, то есть при желании можно ее застеклить, чтобы, допустим, ну, скажем так, на зимний период, да, была возможность тоже здесь жить. Ага. Вот. И посмотри, какой великолепный панорамный вид открывается на все да. вот эти вот горы. Невероятно, слушайте. На каньон Юйнюк, там вдалеке. Вот. Тут же рядом, получается, бассейн. Можно утром просыпаться, просто вываливаться и плюхаться, и купаться вот с таким вот видом. Да, бассейн, там дальше детский бассейн. И там дальше уже второй уровень, как бы, вилл. Ага. Так, мы не сказали, это Гейнюк. Это поселок Гейнюк, да. До Большого Мигроса сколько мы тогда смотрели, что в том году 2 километра, по-моему, да? Да нет, поменьше. То есть Большой Мигрос мы здесь пешком, как бы, мы жили тоже в Гейнюке. Два года назад снимали. На здесь, трассе которой? Да, снимали здесь квартиру. Здесь, ну, наверное, ну, километр, может быть, меньше даже. Угу. То есть мы пешком постоянно ходили с коляской, там, с ребенком, закупали какие-то продукты. Ага. А, кроме того, здесь буквально, наверное, в 500 метрах, может, даже меньше, 300 строится новый крытый рынок, вот как в Аслан-Баджаке, да, крытый рынок. Современный, да, такой? Да, и точно такой же строится здесь, потом обратно поедем, я покажу. Ну и, конечно, вот кайф вообще Кемера и его вот этих окрестностей, это вот эта невысокая застройка, здесь нельзя строить вот эти высотки, как в Алании там и так далее, здесь вот ты наслаждаешься вот этой вот архитектурой. Да, и плюс, конечно, в пешей доступности здесь каньон Гейнюк, это национальный парк, там ходят павлины, плавает рыба, мы с тобой в прошлом году семьями ездили туда. Да. Это, ну, мне кажется, круто, когда ты живешь в такой экологичной зоне, в окружении гор, свежий воздух, здесь нет машин, да, то есть видишь, практически никто не ездит. С тобой в каньон Гейнюк. Вот посмотри, на той стороне дорожка лесная, она как раз таки идет от наших вилл, от нашего комплекса и приходит прямо на эту сторону. Здесь можно даже перебраться. А также вы можете утром прийти сюда позавтракать, например, провести время с детьми, и все это удовольствие как бы в 500 метрах от жилого комплекса. Несмотря на то, что это все-таки как поселочек, да, там небольшая деревушка, но здесь все развито, здесь все есть, и окружение тоже достаточно богатое. Вот посмотри, например, да, вокруг стоят тоже вилочки. Сейчас вообще Гейнюк имеет тенденцию к застраиванию именно виллами, то есть здесь никаких комплексов больших не будет. Ну да, соседи, прикиньте, какое окружение получается. Раз соседи, дальше там у нас, как я уже в прошлых выпусках говорил, у нас мэр города Кемера. Вот прям вот за виллами мэр. Мы с дрона видели его виллу. Да, там большой коттедж стоит с участком, с этими туями, да, огороженными, высокими, он даже видно отсюда. И вот, кстати, как доверие компании, вот сразу комплекс, как он называется? А, Викинг 26. Викинг 26, это тоже... Тоже наш проект, лет 10 назад, наверное, мы его... То есть здесь вообще куда ни посмотри, я уже много раз про это говорил, плюс-минус большая часть застройки — это все викинги. Поэтому нет такого, что вам там кинут, там недостроим. То есть здесь, как только знакомишься, сразу отлетают эти все вопросы в плане доверия.
А еще фишкой этого комплекса будет теплый подогреваемый бассейн. Это... В общем, как вы понимаете, Дима очень сильно мерзнет в Турции, и он решил их всем сказать: все подогреваем, абсолютно все. Ну, потому что когда люди имеют возможность платить, да, скажем так, за комфорт, да, почему бы это не делать? Лучше это. Почему бы и да. Да, в том-то и дело. Лучше это сделать с запасом, скажем так, да, это небольших совершенно денег стоит, но при этом ценности добавляет, представляете, вилла с теплыми полами, с теплым бассейном. И с каким видом? Да, многие люди платят деньги, чтобы купаться в таких бассейнах с видом, на горы, понимаете, такие высоченные. А здесь вот у вас своя вилла, вы купаетесь там и все. Здесь вот смотрите, вот бассейн, да, где мы стояли, вот в той вилле, вот. Классная видовая, у нее вид, видите, прям вот прям на горы, ни с кем не пересекающийся. А вот это вот мне пока понравилось больше всего, потому что, смотрите, здесь также гостиная, у тебя вид на горы, у тебя здесь получается терраса и еще, грубо говоря, свой огород, ну да, свой к тебе прилипает, здесь можно высадить какие-нибудь деревья, да, и у тебя получается вот участок будет свой. То есть в плане участка вот эта вот вилла, она прям кайфовая. Вот, и здесь вот эта вот комната, тут комната, здесь вот если порубиться, но это же может человек, покупая, попросить? Да, конечно, мы можем вынести стену и сделать продолжение террасы, то есть выход с комнаты тоже на террасу. То есть вот этот вот лот свободный, чисто подгон от Славяна, вот прям шикарный вариант. И здесь чиксы выход тоже будет, здесь выход и здесь выход. Свой огород, здесь прям сразу детскую площадку можно воткнуть, если есть дети. Ну и вообще каньон, все дела. Как вам этот вариант? Ну-ка, в комментариях давайте его обсудим. Пока он свободный, это вот ваш шанс, вот кто смотрит, 100%. Я бы тоже взял бы. Но моя карточка пуста. Вот смотрите, в том году, когда я снимал эти виллы, вот смотрите, какой участок будет прикольный, да? И вот первая вилла. Тогда было вообще все фундаментное. Кстати, если вы смотрите, это для вас такой, да, обзор. В общем, вот эту виллу купили наши зрители по нашей рекомендации. Представляете? И вот если очень классные условия по рассрочке, по скидке. И вообще они самые первые, кто в этом комплексе купили виллу. Вы просто представляете, насколько нам доверяют. И вот мы снова здесь, и мы бы сами бы взяли, но, я говорю, карта пустая. И смотрите, какой у них будет вид, вот они из гостиной будут выходить. То есть у меня сейчас есть возможность пошариться в вилле наших зрителей. Вот, смотрите, то есть у них самый топовый вид вообще. Свой огород. Выход, здесь машины, да, будут стоять вот тут вот? Да, две парковки, но две здесь парковки. Будет заборчик же еще высокий, ага. Будет как бы закрывать этот. Ну, очень круто. Слушай, ладно, я все понимаю, рабочие где? Вы им зарплату перестали платить? Да, конечно, деньги кончили, зарплату не платим. Все встало, да? Сейчас зрители смотрят, которые купили виллу. Да нет, сегодня же воскресенье, турки отдыхают все. Все понятно, одни мы работаем с тобой. Да. Дима, надо турками становиться, чтобы в воскресенье тоже отдыхать, понимаешь? Возможно, да, через пару лет станем. Слушай, Дим, это вообще сейчас в интернетах все пугают Турции, ну типа, знаешь, там все подорожало, там вот это бла-бла-бла, все отсюда бегут, недвижимость встала. Как сейчас вообще дела вот с этими... с продажами, кто сейчас покупает, зачем им это надо. То есть, если раньше, я понимаю, была мотивация чисто прикупить ВНЖ, получить, сейчас что? Как вообще сейчас все это дело обстоит? Ну, начну с того, что действительно сейчас на рынке затишье, да, то есть маленькие компании, которые строят совсем немного, они столкнулись с большими трудностями. Потому что, как правило, такие компании, они строят на деньги инвесторов, да, и если ты ничего не продаешь, соответственно, у тебя стройка тоже встает, и ты ничего дальше не можешь делать. Значит, у нас дела обстоят намного-намного лучше. Да, у нас продажи как бы упали, мы сейчас продаем, наверное, ну, раза в два меньше, чем мы продавали
до этого, да, в прошлом, позапрошлом году. Ну и надо понимать, что прошлые два года это были аномальные года. Конечно, это, столько сюда это, приехало. Это ненормальная была ситуация, когда цены могли расти, там, переписывать чуть ли не каждую неделю. Я считаю, что, конечно, то, что сделали сейчас власти Турции, это нормальная история, чтобы не было вот этого пузыря, когда ты мог, скажем так, да, а точнее даже не мог уже купить себе какой-то дом, да, сами турецкие граждане, они уже не могли, они были не в состоянии покупать какие-то квартиры, потому что цены были космические. Сейчас, наверное, цены подупали, да, то есть процентов на 10 мы уже стали меньше предлагать цену, чем мы предлагали в пике, например, позапрошлого, да, и прошлого года. Но при этом мы продолжаем продавать, потому что, значит, у нас есть рассрочка, да, то есть то, что не могут себе позволить как раз-таки какие-то маленькие компании, да, то есть у нас рассрочка... Крутая рассрочка. Да, у нас рассрочка возможна на супер крутых условиях, да, то есть, грубо говоря, мы можем сделать такой график, который будет комфортен для конкретного человека, да, сколько у тебя первоначальный взнос есть, сколько у тебя, какая возможность платить потом, да, может, ты там ждешь чего-то продать, например, там в другом месте, да, переложиться, такое тоже часто бывает. У нас есть вот зрители, которые сейчас продают, значит, квартиру в Грузии, да, и там даже две квартиры у них, и хотят переложиться сюда, то есть такие тоже кейсы есть. Значит, в целом, да, продажи подупали, но мы себя достаточно комфортно чувствуем за счет того, что, как я сказал уже, есть рассрочка, и второй, и самый главный момент, у нас есть другой бизнес, у нас есть отельный бизнес. Их целых 5. Да. Уже 6. А, 6? Да, мы в этом году купили еще один отель. Сейчас... Поехали заселяться в отель. Делаем как раз-таки в нем ремонт. Будет он называться... Ну, началось. Я думал, сейчас в отель заедем. Викинг Бич он будет называться. И он будет прямо на пляже в Кемере. Вау. Первая линия рядом с нашим тоже другим отелем Викинг Нона Бич, который... Значит, как раз-таки к туристическому сезону, к 1 апреля, наверное, он будет уже готов. Круто. Вот. И так как у нас есть деньги с другого бизнеса, мы спокойно можем достроить эти виллы, даже не продав ни одной. Мы поняли, рабочие где? Рабочие... Сегодня воскресенье, какие рабочие? Ты видишь, вообще даже школы не работают. Не, на самом деле, все строится. Я как этот реально технадзор такой приезжаю в Турцию, показываю, рассказываю. Ну, потому что, поверьте мне, нашему опыту жилья в Турции... у ребят, у викингов, самые классные. Да что я вот буду сейчас вам рассказывать? Смотрите, значит, комплексу, вот это их тоже комплекс, комплексу сколько? Лет 10, да? Даже больше, наверное. Больше, да? Я думаю, что да. В общем, лет посмотрите, 15, вот я вам сейчас покажу просто даже фасады здания, в каком они состоянии. Посмотрите, все беленькое, красивое и аккуратное. Пойдемте до бассейна, дойду. Вот здесь есть вариант посмотреть. Сейчас, понятное дело, они слитые бассейны, но тем не менее, посмотрите на территорию, как все ухожено, как все убрано. Даже те квартиры, которые вот закрыты ролетами, ни потеков, ни плесени, ни хрена. То есть здесь вот обслуживание домов, вот ребята обслуживают круто. Знаешь, почему здесь бассейны слитые, а в вашем комплексе работает? Потому что я приехал. Нет, не угадал. Это тоже, конечно, но здесь живут норвеги. Они так замерзли. Не хотят, значит, приезжать сюда в зимний период. И, ну, соответственно, не для кого здесь держать этот бассейн полный. А в нашем комплексе, да, вот в этом Натурленде втором и первом, там живут круглогодично русские семьи, соответственно, платят айдат, и это все дело мы обслуживаем и не сливаем. Ну, в общем, на примере вот элементарного вот комплекса, который сразу напротив вилл, я вот вам показываю, что здесь обслуживание. Мы жили даже в комплексах, которые вот свежие-свежие, они уже зачмоханные конкретно, потому что их должным образом не обслуживают. В общем, ребятки, по виллам пишите Диме, можете мне написать, если стесняетесь Диме, все равно Дима с вами будет это...
показывать их. А если приедете, пока мы здесь, то еще и можем увидеться. Правильно? Конечно. Все, поехали дальше. Дрона вы уже видели, где море, мы вот сейчас сюда доехали, ну, недалеко на самом деле, ну, пешком, конечно, не нагуляешься, чисто так для любителей, которые любят ходить, лучше, конечно, на машине. Пешком 20 минут, может, 25, не дольше, чем вот вы в Чумьюво тогда жили, ходили. Ну да. Здесь близко. Здесь футбольная площадка, баскетбольная, детская, тренажерки, ну и самое, конечно, классное, что здесь клевый пляж. Есть, кстати, даже кемпинг муниципальный. Вот здесь вот летом его открывают. Ох, ветерок холодный. Здесь на пляже стоят душевые, сам пляж. Вот это получается вот муниципальный кусок, а вот это вот уже отельные начинаются пляжи. Но вот вне сезон, понятное дело, все выглядит не очень, конечно. Но перед сезоном все убирают, здесь зонтики стоят, людей тьма. Ой. И любимая средиземочка. Потрясающе. Кстати, обрати внимание, пляж песочный в Гильнюке. Ага. Песочная полоса идет. Да. Вот здесь можно и на песочке, и на гальке. Пляж классный. У-ху! Привет! Ава! О, вода теплющая. Класс. Приехали мы, подъехали, а у нас дождь. Вот теперь сидим, ждем, может быть, хоть немножко закончится. Последний раз в этом месте мы гуляли в каком году? В 21-м, да? В 21-м. Папа! Да, сейчас будем смотреть. Пожарная машина. Здесь прикольный бульвар, все подсвечивается. Рестики, это самый центр Анталии. Посольство российское находится прямо в самом центре с красивым видом на море. Людей, желающих проголосовать, сегодня очень много. Вот они все идут, это все наши. Так, и вот мы уже не успели дойти, как встретили наших зрителей прямо здесь. Чё, стоп. Бакшиш. Короче, нам прям вот так вот задонатили. Короче, девушка подошла, говорит, я вас люблю, смотрю, типа, вы меня развлекаете. И всегда хотела вам отправить донат, никак не получалось. И да. Вот это да. Ой-ой-ой, какая здесь очередь, слушайте. Посмотрите, сколько людей. О нет, нам так долго сейчас стоять. Чтобы вы понимали, какая очередь здесь. Смотрите, как много людей.
Просто трындец. Мы стоим в очереди, то с детьми. Она гораздо меньше. Пойдешь к папе на ручку? Так, мы прошли. Теперь нужно постоять вот в этой очереди, уже в само здание. Все, залетаем. Пойдем, 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 пойдем. Ребята, пойдем, 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 пойдем. У нас досмотр, одного ставим на досмотр. Ага. Телефон, пожалуйста, оставьте. Вот и все. Внутри там единственное, не разрешили снимать, сказали телефон оставлять там в кабиночке. Ну, стандартные процедуры. В комментариях попробуйте угадать, за кого мы проголосовали. Все. Осталось только выйти. Сейчас позвонил, они едут еще? Иди сюда. Короче, вы поняли, очередь огромная, и даже рука устает снимать. Я вообще думал, что конец вот где-то близок, в итоге вы просто посмотрите, очередь уходит туда, далеко, далеко, вообще до самого театра. Просто здесь, я не знаю, метров, наверное, 400 очередина. Людей море. Вот, ребятки, почему мы, возвращаясь в Турцию, реально приезжаем как будто к себе домой. Потому что здесь все на своей волне. Начиная от блинов, заканчивая даже выборами. Увидимся в новом выпуске. Пока!